сделали несколько звездочек, и теперь мы для них сделаем плетеную елку. Начнем с маленькой елки, микроелки плетеной, а потом сделаем побольше экземпляр. Приступим. Вот я вставляю наш тренажер в веточки. У кого такого тренажера нет или вообще нету дрели и дощечки, можно вставлять прямо в снег, в землю, в цветочный горшок с землей. Ну, в любое место, где зафиксируются по кругу вертикально ветки. Вот я их вставляю в дырочки, которые здесь предусмотрительно были просверлены. Так, зеленых уже не хватает. Берем не зеленые. Здесь все очень просто. Связываем в любом месте, который нам нравится. Наш конус наверху веревочкой. Крепко. Связали. Ну, в плетении должно быть все сообразно. Видите, я здесь достаточно тонкие веточки взяла. Значит, плести я должна ветками еще тоньше, потому что, как правило, стояки нашей основы должны быть несколько толще, чем прутья оплетки. Поэтому я вот беру из нашего букета, выбираю ветки потоньше. Две штучки. Закладываю два тоненьких прутика за два соседних стояка. У меня опять есть левый и правый. И говорю себе, левый на правый, за следующий стояк и на себя вывела. Левый, правый, левый на правый, за следующий стояк, на себя. Так продолжаю плиту, пока не кончатся ветки. Получится такой конус, колокольчик, елочка, как кому нравится. Еще мне хочется сказать, что предыдущие изделия, которые мы делали, это на самом деле донышко. Это основа многих корзин. Если вы обратите внимание теперь уже взглядом знатока на плетеные изделия, которые у вас есть дома, то вы обязательно найдете корзину с таким донышком. Еще это можно использовать как подставку под горячее. Когда вы поставите на ивовую подставку горячую кастрюлю или чайник, будет очень приятный запах. Что нельзя сказать о корнусе. Корнус, если на него ставить горячий, не очень приятно пахнет. А конус, который мы сейчас плетем, а научившись плести вот такой конус, считайте, что вы овладели способом плетения покрышек для растений в саду. Очень красиво зимой устанавливать на укрываемые розы, прочие ваши экзоты. Такие конусы из цветных ив. Пусть лутросил останется внутри, зато сад зимой тоже будет нарядным и красивым. Таким образом можно скрыть забинтованные розы и кусты. Вот я закончила плетение. Опять, смотрите, я подсовываю кончик последнего прута под предыдущий слой. Вот он. И затягиваю. Все. Здесь можно для декоративности, конечно, веревочку-то обмотать еще прутиком. Тогда будет более нарядно. Делается таким образом. Ну, просто это каждый человек может догадаться, как делать. Подсунуть туда веточку и обмотать. Чтобы не было видно веревки.
веревка там внутри пусть останется для прочности. Кончик я чуть-чуть подраспускаю и засовываю так, чтобы потом его затянуть. Все. Подтягиваем. Обрезаем. Такой, кстати. И вот так вот раз-раз и снимается. Можно оставить ножки, можно их подрезать. Вот здесь вот можно связать веревочкой, можно чуть-чуть подтянуть. Подравниваем. Ой-ой-ой. Почти. Научившись плести маленький конус, можно сделать декоративную елку. Здесь вам все известно. Вот он конус, а этажи – это суть донышки звездочки, которые мы делали до этого. На них можно расположить игрушки, мандарины. Эта елка может украшать стол, помещение, ее можно сделать даже очень большой.